Отличительной чертой я бы назвал то, что это идет от инициативы самих студентов. Вот в нашем фестивале я уже рассказывал, что проходит чемпионат. Чемпионат – это тоже идея студентов. То есть они также у нас работают в ассоциации, да, в клубах. Вот. И они сами определяют и регламент проведения, и то, как это будет. То есть ассоциация дает возможность делать то, что хотят сами же студенты. Вот что они хотят, мы пытаемся это сделать. То есть такую дорожную карту проложить, дорогу для них. По сотрудничеству нам все очень нравится, условия хорошие и отзывы студентов тоже очень хорошие. Дирекция смены нам любезно все предоставляет. Думаю, такие условия для студентов им нравятся, потому что некоторые первый раз приехали на Черное море вообще, да, у кого-то еще снег в регионах лежит, ну вот, понимаете, то есть это праздник настоящий. И всегда после таких мероприятий у нас очень большая отдача от студентов, то есть и клубы появляются, и активности больше, поэтому, конечно, надо это продолжать.